Свою историю Панкратион ведет от греческих героев Тесея и Геракла и даже входил в программу древних Олимпийских игр. В современном олимпийском календаре ему места не нашлось, но у любителей боевых искусств Панкратион пользуется популярностью. Здесь разрешен весь технический арсенал борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств. Очень высокий уровень спортсменов, бойцов, поэтому бои будут очень интересны, захватывающие, потому что каждый хочет стать первым, каждый хочет поехать на чемпионат мира и доказать, что он лучше. Сегодня Панкратион переживает вторую молодость в прямом и переносном смысле. Самому младшему участнику турнира 12 лет, старшему 19. Для многих это первые серьезные старты. Да и для тренеров эти соревнования – хорошая возможность испытать своих учеников в настоящем бою. Задача, конечно, только победа. Вот. Зачем тогда приезжать? Готовились мы, конечно, долго, упорно. И приглашение приняли с удовольствием Федерации Панкратиона и боевых искусств. И Брест встретил с морозной погодой, но очень приятно. Спасибо. Надеемся только на хорошие соревнования. И ждем от своих участников. Я жду только победы. Вместе с тем, чемпионат по смешанным единоборствам и турнир по панкратиону для Брестской Федерации, созданный всего год назад, это еще и своего рода экзамен. Брест, ну, всегда славился своим гостеприимством, да, вот. Ну и, во-вторых, у нас тут создана федерация, она работает год, Федерация панкратиона и боевых искусств, Брестская областная, вот. И мы решили ее проверить, на что она способна, как мы сможем организовать такой турнир. От организаторов Белорусской Федерации панкратиона и боевых искусств победители и призеры соревнований по панкратиону получили дипломы и кубки, а лучшие бойцы турнира по смешанным единоборствам – заветные путевки на чемпионат мира, который пройдет весной в Бахрейне. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».